витязку. Прозрачность – это тоже очень важный элемент, которого нам нужно достичь в спорте, поскольку часто за горлами, очками, секундами все как бы это ширма, за которой происходит что-то, ну, такое, скажем, не совсем понятное и прозрачное. Вот в прошлом году дипломировался, а до этого несколько лет учился в Америке. Есть такой университет Drexel в Филадельфии, и там факультет спортивного менеджмента. И вот я решил поехать поучиться. И несколько лет, как бы непосредственно с академической точки зрения, сталкивался уже с практикой этой страны. И был такой предмет — спортивное законодательство, и мы проходили трудовые отношения, и нам дают контракты. Я читаю контракт. Зарплата у тренера 3 миллиона долларов в год. Все условия, сколько он получает от спонсора, если будет спонсор, сколько, если там что-то нарисовано здесь на футболке, если здесь. То есть такой контракт. Все описано. Ну, очень интересно, познавательно. Но потом я смотрю, контракт действует до 2 февраля 2017 года. Подождите, так это действующий контракт? Говорю, да. Так это ж конфиденциальная информация должна быть. Говорит, нет. Он подписал этот контракт с университетом таким-то. Я уже не помню точно название университета. Но если в университете есть хотя бы $1 бюджетных денег, абсолютно вся информация должна быть в открытом доступе. Все. Хочешь, работай в этом университете? Не хочешь? Не хочешь, чтобы твой контракт читали? Иди в коммерческий университет, подписывай с ними. Но если хоть $1 есть бюджетных денег, будь добр, все публикуется. Витязкоп. Спортивное видео.